Однако еще совсем недавно бывший футболист заявлял, что заберет Веру в свою семью. Несмотря на множество романов, которые приписывают скончавшейся певице Юлии Началовой, официально в браке она была дважды. Первый раз звезда вышла замуж за Дмитрия Ланского, экс-солиста популярной некогда группы «Премьер-министр», а во второй раз, в 2006 году, под венец артистка отправилась с футболистом Евгением Алдониным. Спустя несколько месяцев после свадьбы родилась дочь Вера. А в 2011 году пара рассталась. В сегодняшних трагических обстоятельствах в прессе рассуждают, с кем будет жить 12-летняя девочка, крайне тяжело переживающая уход мамы. Но похоже, для семьи Юлии вопрос этот уже решен. В беседе с журналистами сайта KR.ru мать Алдонина рассказала, что Вера останется с родителями Началовой. Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо, отмечет Елена Алдонина. Мать футболиста призналась, что такого исхода она, конечно, не ожидала. Она не раз встречалась с Юлией, и всегда все было хорошо. Елена Алдонина уверена, что смерть артистки – трагическое стечение обстоятельств. Кстати, примечательно, что еще совсем недавно сам бывший футболист, работающий в настоящее время в клубе «Волга», заявлял, что не рассматривает никакие варианты опеки и собирается, как писал сайт чемпионат.com, воспитывать дочь в своей новой семье. Напомним, как писал портал ТЛ-программа. Бро, певица скончалась в возрасте 38 лет, не приходя в сознание, в одной из клиник Москвы, куда она приехала 8 марта на простые, казалось бы, процедуры. Но уже 11 числа ее подключили к аппарату искусственного дыхания. От заражения крови певица скончалась 16 марта, не выдержало сердце.